День добрый, друзья. С вами Дов. Скучно стало снимать видео по ремонту сотовых телефонов. Вот решил снять демонстрацию вот такого вот телефона. Сегодня поступил к нам на продажу. Вчера цена его по Испании составляет 380 евро. Вот все характеристики вы можете посмотреть сзади. Достаточно мощные характеристики, я бы сказал. Такая вот коробка, посмотрите, такая же, как и телефон. Flex называется, LG модель. Открываем, смотрим, что у нас тут. У нас тут огромный телефон, такая вот лопата. Ну, знаете, когда к лицу, к уху подносишь, пол лица не видно. Смотрите размеры его, да, по сравнению iPhone 5. Обычная пятерка. У нас тут еще. Это Lumia старая, это iPhone 4. Видите, да? Размерчик внушительный. И достаточно тонкий телефон. Вот посмотрите, по сравнению с 5-м iPhone, практически такой же. Не практически, а такой же, если не тоньше. Что еще сказать? Кнопка включения сзади. Давайте включим, посмотрим, что у нас тут внутри. Вот размер 4-го Samsung, смотрите, Galaxy S4. Внушительные размеры, конечно, экрана. Сколько он там дюймов-то у нас идет? 1280 на 720. Четырехъядерный процессор стоит, тактовая частота, видите, да, 2,3 ГГц. Огромный. Мощнейший процессор стоит, как на ноутбуке практически. Батарея мощная, 3500 мАч. Ну, жду не дождусь, когда такой телефончик поступит на ремонт. К сожалению, пока его не ломают, берегут, наверное. Или в силу того, что он новенький. А может, он и не ломается, кто его знает. Ну, а что тут необычного в меню? Обычный Android, андроидовское меню, видите, да? Шустро работает, конечно. Ну, 13 мегапикселей камера. Я представляю, какие фотографии он делает. Качественные, еще и на таком огромном экране. Крышку открыть, к сожалению, не могу. Ну, точнее, могу, только с помощью специального инструмента. Крышка открывается так же, как и на таблетах. Встроенная батарейка там стоит. Вот, поэтому, если вы купили такой телефончик, не пытайтесь открыть крышку. Так же просто, как и на Galaxy. Ну, что тут еще можно показать? Проигрыватель обычный. Звук, я так думаю, сзади регулируется, да, вот. Вот у нас кнопки. Такая вот приятная музыка. Хорош. Вот. Ну, в общем, смотрите, читайте, покупайте. Я думаю, телефон того стоит. Не знаю, сколько он в России будет стоить. Ну, вот у нас, еще раз повторюсь, 380 евро на сегодняшний день. Ну, тут все самое последнее. Вот я смотрю по характеристикам. 2 гигабайт RAM память. Интересно, сколько встроенная. Я не вижу, здесь не написано. Но мне кажется, не меньше 16. Можно посмотреть в интернете, в характеристиках. А может, и написано, я просто не вижу. Ну, в общем, все, что я хотел вам показать. Вот. Ждем поломок. Приносите на ремонт. Будем разбирать.
ремонтировать. Выключаем телефон, ложим его на витрину и ждем, когда у нас его купят. Да, давайте посмотрим, что внутри. Вот инструкция, как обычно, я так думаю, никому не нужная. Наушники, ну, кабели, зарядка. А, и вот что у нас тут еще есть интересная такая открывашка. Видите, да, буква Г, вот айфоновская, и вот для LG какую они сделали интересную. Только ради этой открывашки стоит купить телефончик. Ну, я так думаю, наушники, я смотрю, он через пакет, что-то там у нас, чего еще не было. Да, вот смотрите, какие наушники у нас тут интересные. Я думаю, цена одних наушников будет не меньше 50 евро. Кабель какой, как на Beats. Видите, да, форма кабеля. С удовольствием открою этот телефон, когда он поступит на ремонт. Сломаю, там разберу, посмотрю. Поменяю экранчик. Интересно, сколько он будет стоить. Ждем поступлений. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. D955. Такая вот модель. Или просто G-Flex. С вами был Дов. Всем удачного дня. Спасибо за внимание. Покупайте телефон, радуйтесь. До свидания.